В комплексе «Люберецкий» прошел ежегодный турнир по тэквондо «Защитник Отечества». За призовые места боролись спортсмены от 7 до 15 лет. За соревнованиями наблюдал Богдан Колесников. Турнир открылся показательными выступлениями черных поясов. Для начинающих тэквондистов это яркий пример трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели. Даниил Инамов к такому результату шел 10 лет. Мы посвящаем этот праздник нашим мужчинам, защитникам Отечества. Почти всю жизнь уделяю этому спорту и планирую дальше связать свою жизнь в этом хобби. Соревнования проводились в традиционных дисциплинах. Туль, бой с тенью и спарринг. Тэквондисты показали свои навыки, спортивный характер и силу духа. Ребята с горящими глазами пришли сегодня на соревнования. У них прекрасный настрой. Вы видели показательные выступления черных поясов. Все это говорит о том, что с каждым годом турнир набирает обороты и становится все лучше и лучше. У нас впереди всероссийские соревнования. У нас в Тамбове турнир будет скоро проходить вот на следующие выходные. И поедут ребята выступать и за наш Люберецкий округ. Право представить честь Люберец на всероссийском турнире получили сильнейшие. Но доказать свое спортивное мастерство на Даянге был готов каждый. Конечно, нервничать можно было. Но как бы сложно было, но я старался чисто. Я оказался сильнее, чем тот соперник. В Люберцах турнир по тэквондо, посвященный защитникам Отечества, проводят 11-й раз. В этом году в нем участвовали 300 спортсменов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.